Первая китайская международная выставка зеленой пищевой промышленности и фестиваль риса провинции Хэйлунцзян откроются в октябре. И в настоящее время ведутся подготовительные работы. С 14 по 18 октября в Харбине пройдут первая международная выставка зерновой пищевой промышленности и фестиваль риса провинции Хэйлунцзян, а также 18-я зерновая ярмарка «Золотая осень 2022». Мероприятие, посвященное теме природа, здоровья и развития, в этом году объединит онлайн-юнфра мероприятие для создания 13 выставочных площадок, включая современное сельское хозяйство и фестиваль риса провинции Хэйлунцзян. В период проведения выставки также будут организованы такие мероприятия, как отраслевая стыковка и предоставление новых продуктов, и состоятся мероприятия по формированию фирменного стиля холодная чернодемная зеленая органика, не содержащая ГМО, чтобы помочь экспонентам зеленых продуктов из провинции Хэйлунцзян войти в единый национальный рынок.